Ой, что нам прислал? Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Ушки давно мы не грызли. Привезли нам, да? Да, и курьер у нас сегодня будет самый хороший. У меня даже в телефоне написано, Озон лучший. Мужчина с женщиной работает вместе. Прям такие умнички. И позвонят всегда за час, и предупредят, и все так четко у них, все по полочкам. Сейчас все получите. И лисонечка. И фиёк, держи. Вот он фиёк. Так, кто у меня еще не получил? Лялюшка. Бусечка, ты не получил? Сейчас, миленький дам. Бусечка. Так, остальные все. Милуся, что ты бросила свое ушко? Вот, я вижу твое ушко. Вот, Милусечка, вот оно твое ушко. Ой, это, конечно, кусить никого не слюсит. Лялюшка, а что это тебе твое ушко не понравилось сегодня, а? Вафелька моя. Ади, шейх, а ты даже не думай никуда закапывать. Покапун. Пошел проверять, у кого что где лежит. А, лиса молодец, спряталась. Уголок, чтобы черт не уволок, да? Да, вигусь. Как оно тут? А я хвостом-то как масить хвостом. Ушки делать, скажи, такое вкусненько так. Прям так вкусненько. А, ты мой золотой ребенок. Давно не было ушек. Скажи, мать, иди работай, больше денег зарабатывай, ушков больше покупай, да? Ух ты, ребенок такой хороший. Так, ну а тут все лопают. Один шейх в прострации находится. Куда-то дел свое ухо и тусуется, гуляет. Дудонечкин. Ты красавица. Вкусно? Очень уж любят они эти уши, да? И хрящики полезные, да. И зубки почистить. А ты что без ушка? Не могла же я тебя пропустить или пропустила? Ну-ка, давайте дадим ему. Я подозреваю, что он свое ушко куда-то спрятал. Но, как говорится, не пойман, не вор. О, сейчас проверим. Нет, пошел грызть. Так это я тебя обидела, шейхунчик, обделила, да? Ну, извини, заяц. Заяц попрыгает, скажи. Я и искал, куда ты, мать мою, ухо дела. Мою вкусняшку. Все, ошибка понята. Исправлюсь. Ну вот, все довольны, все рады. Ера, я видела, у тебя есть, вон он, да, бросил. Ну, что-то тут два, похоже, шейху я все-таки давала. И Герасим у тебя стащил, шейхунчик? Ну, это так бывает, да? Ну, вот такой вот у нас вкусненький перекусик. Лисица спряталась, девчонка такая. Лис. Ай, кушать никого не слушает. А Вигуська на своем любимом месте. Ну, а мы всем желаем хорошего настроения и чудесного, замечательного дня.